авторские мотивы, немножко укороченную и облегченную версию для маленьких. Мы ставим аккорд Е, первый пальчик на третью струну первый лад, второй пальчик на пятую струну второй лад и третий пальчик на четвертую струну второй лад. Все эти три пальчика мы прижимаем одновременно. Большой пальчик правой руки проводит по всем струнам с шестой струны на первую. Провели. Еще разочек. Еще разочек попробуйте. Теперь к левой руке обратимся. Нам с вами нужно чуть-чуть приотпустить пальчики, но не отпускать полностью от грифа. Да, нам нужно, чтобы ваши пальчики остались на тех же самых местах, просто напряжение чуть расслабить, снять, передвинуть руку на один лад и опять прижать и сыграть все то же самое, только на другом аккорде с другим звучанием. Для рук будет все то же самое. Еще разочек попробуем. Предыдущий аккорд мы сыграли с шестой на первую. Расслабили руку, передвинули. Еще раз сыграли. Расслабили руку, передвинули и еще раз провели. Три аккорда получается на втором ладу. Переехали на третий лад, сыграли и вернулись обратно на второй лад. Давайте сыграем. Первый аккорд. Второй аккорд. И третий аккорд. Заглушили струны. Теперь то же самое, только мы с вами делаем как бы такое, как выстрел всеми пальцами, щелбан всеми пальцами по всем струнам, чтобы было громко. Получается, пальцы, они одновременно так выстреливают по всем струнам. Расслабили руку, передвинули, то же самое ударили и вернулись обратно. Еще разочек. То же самое играем, только громко. Это будет у нас вступление. Сначала мы играем с вами тихо. И вернулись обратно, заглушили звук. Теперь громко. Выстрелили пальцами. Дальше нашли шестую струну, пальчики первый и третий, на первом и третьем ладу. Играем сначала открытую шестую струну. Дальше первый лад, нотка фа. Не отпуская этого пальца, тянем третий пальчик на третий лад, нотка соль. Вернулись на первый, отпустили, опять первый и отпустили. Ми, фа, соль, фа, ми, фа, не получается. Ми, фа, соль, фа, ми, фа. И ставим аккорд Е, который был в самом начале, и по всем струнам играем с шестой на первую. Еще разочек. Ми, фа, соль, фа, ми, фа, ми. И ставим аккорд. То же самое на первой струне. Ми, фа, соль, фа, ми, фа, ми. Те же самые лады. Открытая первая струна, первый лад, третий лад. Соль через лад, фа, ми, фа, ми, 12-й лад, 15-й лад и обратно 13-й, 12-й, 13-й, 12-й. И опять аккорд Е. Получается, сначала на шестой. Старших, мы с вами сразу начнем играть волну. У вас осталось аккорд Е, волна. Что такое волна? Когда мы играем все струны друг
за дружкой. Шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. Мы ставим пальчик указательный на третью струну, это пальчик И. Дальше следующий. Средний пальчик М ставим на вторую струну. Безымянный пальчик А ставим на первую струну. И большой пальчик ставим на шестую, так, чтобы он не прятался за пальчиками вот этими. Вот А был впереди. И он с вами играет на шестой, пятый, четвертый. По очереди. А дальше мы щипаем третью, вторую и первую. Еще разочек пальчики поставили и щипаем шестая. Играем шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. Опять пальчики поставили. И еще разочек играем. Переехали с вами на второй, третий лад. Пальчики расслабили, переехали. Играем все то же самое. Два раза. Дальше посмотрели, нашли глазками пятый лад. Вот он, да, вот сюда должны приехать наши пальчики. Второй палец в голове. И играем то же самое. Шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. Два раза сыграли, вернулись на третий лад, переехали. И вернулись обратно на второй, первый лад. И по всем струнам провели и закрыли звук. Так, получается у нас с вами вступление. Будет уже бой. Мы играем с вами вниз, потом вверх поднимаем беззвучную руку и играем еще вниз, вверх, вниз, вверх. Вниз, вверх, вниз, вверх. Обратите внимание, что вниз я играю вот этими пальчиками, а вверх у меня поднимается большой палец. Получается, эти в эту сторону всеми пальцами вверх, только один большой пальчик. Не нужно вот этими пальцами вверх играть. Получается вниз, пауза, вниз, вверх, вниз, вверх. И опять зациклим вниз, пауза, вниз, вверх, вниз, вверх. И получается у нас сливается такой ритмический рисунок. Там, та-та-та-та-там, 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 та-та-та-та. И просчитываем себе, тоже говорим в своей руке вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Вниз, пауза, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, пауза, вниз, вверх, вниз, вверх. Переехали вниз, пауза, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, пауза, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, пятый лад переехали, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, пауза, вниз, вверх, вниз, вверх. Вернулись на третий лад, вниз, пауза, вниз, вверх. Давайте ее с самого начала до конца проиграем. Вступление.
такая песня у нас получилась. Надеюсь, что у вас все получится. Присылайте мне свои.